Ребят, короче, только еду домой. Всю ночь не снимал истории. Надо было встретиться с людьми, которые вообще не палятся, не светятся, и в инстаграмах их нету. Нельзя с ними ничего снимать, фотки вылаживать. Вот так вот. Еду домой. Не, просто действительно, у меня есть много людей, с которыми я вижусь практически каждый день, я с ними общаюсь. Но я не снимаю их. Никто не знает, что я с ними вообще общаюсь. Там дела, как сами понимаете, деловой человек. И, кстати, вот это, что я езжу на красное, постоянно снимаю, это вы с меня пример не берите, это херовый пример. Я знаю, что я делаю и где. О, мусорилы, мусорилы. Полиция на сбереже. Слава Украине. Слава Украине. Не, ну честно, просто я об этом говорю, это хочется вам все показать, рассказать, что, как, с кем, кто. Но нельзя. Может, когда такие люди важны, такие люди. Вы их знаете. Бля, только что так технично съебался. Вот за мной. Так технично съебался. Все. Да, они стали за моей тачкой. Сука. Короче, я только что там немножко нарушил. Резко дал по педалям, здесь поставил машину и съебался. Они вон за моей тачкой стали. А, все, у меня нету. Да пешком домой. Ладно, все. Короче, хватит. Надо уже и спать. Все-таки утром на работу. Кстати, еще кто-то ходит вообще сейчас на работу? Работает кто-то? Или это только я вот во время коронавируса работаю? Мне кажется, походу только один я. Ну и эти продавцы в магазинах. Все. Работы, походу, больше нет. Обидно, досадно, ну ладно. Уже утро. Короче, сейчас сниму прикол. Это повторяется каждый вечер, каждую ночь, когда я сам в гаражах иду домой. Ну, в гаражах. Сейчас будет прикол. Я уже тупо даже вот привык, и сейчас вот не удивляйтесь. Сейчас будет нападение. О, слышите? О, сейчас, да я даже вот. Да, давай, ждем. Его друга сбила машина. Теперь он не друг, ведь друзья на дороге. А? Ходите? Блядь. А? А? Давай, манега. А? Кто, блядь, здесь, блядь? На районе кто? Давай, Гуч. UFC закончилось. О, нихуя, у моего псу, блядь, ты, блядь, прижал, блядь, морду.